С Брянска. А что ты в Крыму делаешь? В смысле, а почему бы мне не быть в Крыму? Ну я не знаю. Ну, я с Москвы сам. Ростове, ну я в Ростове сейчас. Ростов, знаешь Ростов? Ростов-на-Дону. На-Дону. Ты сидявый, да? Нет. Да не мастях есть. 47 лет за уб***. Да понятно. Да понятно. И тубики спидула, да? Нет, ну я на СВО сходил и вышел. О, братан, а где был-то? В Артемовске. В Вагнерах был? Нет. А. Не на Миноборона. Так ты по возрасту или мобилизованный? Нет, с тюрьмы на полгода. А, красавчик. А я думал, ты когда Украина светит, понял? Да я в Крыму просто, я сейчас работаю здесь. А кем работаешь? Электриком. Молодчан. Молодчан. Ну, свет даю, свет отключаю. Как звать-то? Как звать-то? Валерий. Я Владимир, как нашего. Давай, Валерий, бахнем за победу. Чё ты слышишь, Валерыч? Тоже бухаешь, да? Ну да. Всю ночь? Всю ночь. Вторые сутки уже. А чё такое? А чё такое? Ну просто выходные. А, ты в Симферополе живёшь, да? А? В Симферополе? Симферополе. Феодосия. О, Феодосия! О, Феодосия! Да. Чё там, как ситуация? Вообще тихо, спокойно. Повезло. Повезло. Дождь. И прилетов нету? Нет, нету. А когда последний раз прилетал? Никогда. Сюда никогда. Ну, сюда только на Новый год в декабре прилетело. Ну, в корабли, в там что-то. А нефтяная база? Была там же нефтяная база. Все нормально, все под контролем. Все под контролем? Все под контролем. Да. Сейчас опять, через полгода, опять на СВО идти. Ты пойдешь, да? Ты пойдешь, да? Ну, конечно. Понятно. Понятно. А что тебя заберут? Ну, я сам иду. Сам идешь? Сам идешь. По контракту? По контракту. Ну, да. А ты что думаешь, мы за полгода не возьмем их? Чего еще раз? За полгода не закончится и слово? Не, ну тут не то. Тут нет жизни. Я привык к этой хуйне, понял? Какой? Воевать, убивать, как бы. Красавчик. Красавчик. Я не люблю вот эту спокойную жизнь. Мне надо адреналин. А ты долго воевал? Долго воевал. Полгода. Ну я же говорю, в тюрьме сидел, полгода пошел, отвоевал и пришел. А сидел сколько? А? Сидел сколько? Сидел сколько? Ну вообще 12 лет надо было сидеть. За мокрое. За мокрое. Да, за убийство. Вот. Ну я привык, понимаешь, к этому. Убивать как бы. Ты убийца. В Брянске убил или нет? Да, в Брянске. А кого завалил? А кого завалил? Бабу завалил на кладбище. За что? За что? Ну, за язык. Свою? Свою? Нет. Чужую. Бля. Сойти с ума. Ну а почему бы и нет? Ничего, а что так много за бабу дали-то? Ну, потому что глаза выскочили. Ты вытащил глаза? Ну, я выдрал их. Да ты чё? Да ты чё? Ну да. Не шутишь? Не шутишь? Нет, ну, я ж сидел, говорю. А где сидел-то? А где сидел-то? В Каменке. В Каменске? Брасово, да. А. А. И что, туда Женька Пригожин приезжал? А? Это ты Минобороны, да. Минобороны, да. Ну, Женька Пригожин, знаешь же, Вагнера. Ну, конечно. Ну, я к нему не смог. Меня отказали, короче, эти волки. Я подписывал к Женьку контракт. Мне вертухаи писали, короче.
Сами вертухаи отписали. Вот. Потом, ну, была возможность, подписал в Миноборону его. В Миноборону забрали. А тебе оставалось сколько сидеть? Оставалось 6 лет. А, половину срока отсидел, да. Да. Ну и что, в море-то научили, где вас учили? Не, ну это жестко все. Не, ну обучали тебя, ты же в армии не служил. Служил, один год. А кем служил? В 2010 году в ВВС и ПВО в Питере, в Левашове. Ну, опыта не было. Да нормально все. Ты штурмовиком был, да, братан? Сейчас пойдем дальше воевать, да и все. Не, понятно. Слышишь, Валерыч, ты штурмовиком был, да? ВВС. Нет, когда пошел воевать в Артемовске? Ну, что? Тоже ВВС был? Нет, пушечное мясо, брат. А расскажи мне подробнее, что там было вообще? Жестко, все жестко, как жестко. Просто бойня на дистанции. Ну, для нас там, я не знаю, тоси, боси. А как ты выжил? Молча. Что, ничего не запомнилось тебе? Мне ничего не хочу запоминать и рассказывать. Да пришел. Вот. Отпустили оттуда, короче, подписали всю хуйню. Пришел тут, у меня брат младший тут был в городе. Я взял у него жену, отбил. Ничего себе. Ну, жену полывошную, я вообще... Ну, своего брата. Да. Пипец. Пипец. И она с тобой сейчас? А? КБшная? Не, она с тобой сейчас. Не понял. Она с тобой, жена. А, нет. Она мне нужна. Просто все, и пошел. На буй. И она с братом осталась. Не осталась. А брат что? Да я не знаю, что. Чушпаном ходит, наверное. Родной брат. Да, родной, младший. А ему сколько лет? А? А ему сколько лет? 25. А тебе? 38. Вот так. А что ты его так не любишь-то, брата? Ну не знаю. Просто так получилось. Она тебе понравилась, да? Ну, наверное. Ее Катюха звали, да? Да. Я слышал. Кто-то мне рассказывал такую историю, прикинь. Да? Даже до меня дошло, прикинь. Рассказывали, что брат брата кинул, там, это ты, ёханый бабай. Ну, это я. И брат что, тебе ничего не сделал? Да нет, зарежу я его. На буй. За что? Когда? Вчера. Что ты гонишь? Так это я младший брат. А ты младший брат, у старшего. Катюху, да? Катюху, да? Пипец. Пипец. Это так нормально? А? А? Это нормально, вот по твоему взгляду? Да ну я же не знаю. Знаю. У меня нет брата. У меня нет брата. На буй. Он нужен. Не, ну я не знаю, что ты на него злой такой. Ну я бы его бы, если бы сейчас увидел бы. А что он тебе сделал? С женой с моей переспал. Ты меня запутался, я бухой просто, поймаешь. Получается, брат старший твой переспал с твоей женой, Катюхой, да? Да. Она мне говорили красивая. Возможно. Не, ну... А сколько ты был женат на ней? 12 лет. Сколько тебе лет? 33. Что ты, чувак? Я клянусь. 33 года. И ты женился во сколько? В 22. Да? Да.
И что, покачнела нас полосно или как? Да мне уже вообще. Нет. Нет. Она спала с братом, когда ты сидел в тюрьме. Я работал на заводе. В командировке был я. Ну я понял. Понял я, братан. Ну, чисто это поступок. Что со стороны брата, что со стороны жены. А откуда ты узнал? Ну, время все покажет. Оно и показало. Ну, кто-то рассказал, да? Не, да я сам, да, педрил. Чуйка, чуйка, брат. Она призналась. Она призналась. Чуйка, говорю, чуйка. Она призналась, да. Ну, что ты ей сделал? Ничего. Сказал всего хорошего. Да? Да. Ну, а что еще делать надо? Да ничего делать не надо, брат. Да. На этом жизнь не заканчивается. Ну а сейчас есть челочка у тебя? Сейчас жена молодая, 20 лет. Да ты что, 20 лет? 20 лет. А? 20 лет жене. Да, это вторая. Да, ну да, что не делается, то к лучшему, да? Все к лучшему идет. И ты еще и герой, еще да? Герой, да. Ну да. Ветеранская есть? Нет. Платят тебе? Есть, ветеранская. А сколько сейчас платят? 33 мне. Не, платят мне денег платят сколько? А, 7 с хуй. Каждый месяц? Каждый месяц. Да. Так это нормально. Это нормально. Да? Даже на сигареты не хватает. Ну а ты еще не... Не ранен не был? Ранен, не был ранен? Не был ранен. Не, еще нет, но скоро буду. Скоро будем ранен, да? Слышишь? А там что на Украине это? Мирные там на вас гнали или нет? Кто гнал, получали. Валили бы. Нет, не валили, просто получали. Понятно. Понятно. Ну а вообще, что там интересного на Украине? Ничего не интересного нет, а слово совсем. Но ты все равно поедешь туда, да? Да, поеду, поеду. Сейчас еще полгодика, но у меня срок надо, чтобы прошел. Что за срок? Что за срок? Ну, тут свои дела. Понятно. Понятно. А укропа много накрошил-то? Что, в натуре? Заходили в блиндаж, короче. Я думал, что зашел к своим. Понял? Смотрю, не свои. Затвор передеркиваю. Просто 7 человек в голову. Барамба. И все. И... Да ты че? Да ты че? Я сначала думал, что зашел к своим. Так тебе не дождали? У меня 3 медали. А есть хоть одна, покажи. Нет, так я ж в Крыму сейчас. Я на работе. А сам я с Брянска. У меня все в Брянске лежит. И брат твой в Брянске, да? Да. Ты вернешься, зарежешь его, да? Да, зарежу и пойду. А если тебя посадят? Ну, так меня не успеют посадить. Я уже там буду. Сейчас же вопрос, как решается. Всех убийц туда гонят. На буй. Ну да. Ну да. Ну, такой же закон у нас стал. Всех убийц освобождают. Сейчас тоже, сейчас да? Сейчас тоже, да. Ну а что? Вон. Сколько случаев было? Чувак приходит в соседнюю деревню, просто троих валит и вообще. Так а ты на зоне кем был? А? На зоне кем был? Мужиком? Да, да. Подо мной вертухай ходили. А дети есть у тебя? Пацан, 4 года.
4 года. От старой жены. Сделал там его. На тюрьме. От старой жены, да? А? От старой жены. Да, от старой жены. Ну так она воспитывает твоего пацана. Ну она, может быть, и воспитывает. Да, боец, жесткий ты С нами сила. Да, братан. А у тебя какой позывной был? Азар. Азар. А я Гром. Гром позывной, братан. Красавчик. Да. Что ты в натуре глаза вырвал, бабе? Да. Гагаче, руками? Ну, и пальцы переломал все. А что она такого сказала? Ну, на мать гнала. А, на мать гнала. Да, брат. Она знакома? Она знакома? Да. Ну давай, будь добру. Давай. Да. Да. Короче, жизнь у всех или веселая. А что за медаль у тебя, брат? За отвагу, брат. За спасение. А кого спас? Братьев своих. Меньших. Молодцы. Ну, вытаскивал. Вытаскивал просто с поля. Просто вытащил. Это ты был только в Артемовске, да? В Артемовске, да. А в каком году? 912-я бригада. Не, в году каком? В году? В том году. В том году, да. В том году, да. Да, там пацанов я знаю. Немного осталось вас. Ну нет, у нас было 120 человек высылали, осталось 17. Пипец. Все зэки были, да? А? Все зэки были. Да. Все а сидел. Командовал? Командовал Артемка. И его, кстати, по телевизору показывали. Заслуженный герой России стал. Да ты тоже зэк, да? Нет. Он не зэк, он просто, ну, командующий был. А кто по званию? Да, он майор был. А, майор. А, майор. Ну, он, короче, ну, у него все нормально. Он как бы отпускал нас там погулять, не погулять. Ну, в Артемовске там баня, не баня, магазины, не магазины. Мы были в бане, мы просто с бани выезжаем через 15 минут, как в баню, только один пепел остался. Вот 15 минут решало все. Просто. Да. Я его знает. Что думаешь, надо с укропами делать? А? Что с укропами надо делать, бля? Ну, честно, ничего, слушай. Я хоть и козел, ну, не настолько. Людей надо уважать. Люди, они все люди. И не по своей воле туда идем мы. И то, что они идут тоже. Мы их брали, ну, кого брали, убивали, кто сопротивлялся, кого нет, все нормально. Там, похавать, не похавать, сигареты, не сигареты, вода, не вода, алкашка, не алкашка даже. Сиди, брат, сиди молча, просто на своей жопе. Жди своего часа, и все. Курить, похавать, выпить. Пиво, водка, вообще, понимаешь? Как бы, ну, не было такого ничего. Как бы, мы не издевались над людьми. И издеваться нельзя, кто бы ты ни был. Не, ну, понятно. Не, ну, понятно. Так что не так-то.
Да, на маму грех. За маму, за да? Маму, да? Любой бы так сделал, да, брат? Да по-любому. Не, ну что, глаза? Да вообще над людьми нельзя издеваться. Ну ты-то глаза вырвал же его. Ну, а что делать? А сколько лет было? 12. Не, лет той бабе было. 38. Молодая такая. Ну да. И не... Не, задело. А убил, или зарезал? Зарезал. Убил и зарезал. Сначала убил, потом зарезал. А убил чем? Убил чем? А? Убил чем? Убил чем? Кувалдами. Бля, ну ты так с виду худой. Худой, ну кувалдами убил. Да ты че? Да ты че? Ну да. Сколько раз что-то жжешь от пола? А вот этого я знать не буду. А, ты не отжимался, не отжимался никогда? А, отжиматься? Ну, я подтягиваюсь 28, отжимаюсь полтос. Нормально. Нормально. Просто с виду худой. Я жилистый, брат. Смотри, я вот сижу бухаю, да? Вот сижу бухаю. Знаешь, водка, кола, не кола, виски. Смотри, я просто выхожу каждое утро. Сейчас, подожди, пройду. Смотри, вот мое утро доброе. Нормально. Турничок, пресс, хлоп, не турничок. Подтянулся, не подтянулся. Все. И пошел на работу. Каждое утро занимаюсь, короче. Да, ну для тебя человека убить будет расплюнут, да? А? Для тебя человека убить расплюнут. Да не, брат, просто спокойно занимаюсь здесь. Я говорю, для тебя человека завалить, расплюнуть. А, ну да, ну конечно. Ну если брата готов своего завалить. Ну я же говорю, кто сразу валили? В Артемовске? В Артемовске. Да, в Артемке. Понятно. Понятно. Кому горло, кому шо, понял, туда-сюда. И... Даже была просто вешали головы, короче, на сучок. Просто голову отрезаешь и на сук вешаешь. Живым отрезали голову? Да, живым. Что, вот чё, это в интернете видел в телеге? Там голову там отрезали пацану. Не знаю, вот ты слышал, когда в Сити Холле была? Кроку в Сити Холле в Москве. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот. А взяли их где? В Брянске, это мой город. Ну. Ну, и помнишь, когда ухо отрезали ему? Ну. Это мой брат был двоюродный. Который отрезал? Отрезал. В ОМОНе работает. Да ты чё? Да ты чё? Да. А, двоюродный. Ничего себе. Так подожди, ты же с Тамбова. А? Ты же с Тамбова. Ты с Тамбова. Я с Брянска. А самого Брянска? Самого Брянска, да. Да. Я там в Брянске был. Клинцы там есть такое. Да, клинцы есть, да, да, да. Так а ты откуда узнал, что это он ухо отрезал? Как? Братуха мне звонил, да я сам, блядь, с Брянска. А, ну вы с ним общаетесь, да? Это двоюродный. Слышь, а ты о чем тебе говорил? Как могли эти таджики, 4 человека завалить столько народу? Не, как они могли четвером завалить столько? Это что, правда? Да молча, зашли и просто с автоматом, да и все, господи. Тут один может такую хуйню наворотить на самом-то деле, прийти в театр, просто выйти на сцену и вот по сцене. Ну нет проверок у нас в России нормальных. В театр просто приди,
Ну ты бы пришел бы. А, не, я бы такое не сделал. Мы тебе бабла дали много. Не-не-не-не-не. Не, так нельзя. Да реально так нельзя. Че нельзя? Головы можно живым резать, пацанам? Это другой контингент, так сказать. Это другая провинция. А ты лично отрезал или нет? Да, да. Ты лично? Ты лично? Да. Сам, да? Сам, да. Да. И сколько раз? И сколько раз? Раз 10 уже, наверное. Да ладно. Да ладно. Чухаешь ты мне, братан, по усам. Не, серьезно. Че, 10 человек отрезал голову? Ну, мне кажется, больше.